из таких мировых лидеров я, наверное, привел бы еще Стива Джобса. Мне с ним посчастливилось познакомиться много-много лет назад, по-моему, совсем в начале 90-х. Он очень мудрый человек. У него есть замечательная лекция, которую он читал выпускникам Стэнфордского университета, где он говорил о том, как важно любые случайности и любые навыки, которые в жизни вы получили, использовать потом для достижения больших целей. И основной его посыл был, вот и в разговоре в том числе лично, в том, что очень важно упрощать многие сложные вещи, чтобы объяснять их большинству. Он в этом смысле, мне кажется, сделал огромный задел. Сегодня мы пользуемся теми технологиями, которые он заложил.